Самый влиятельный девичник в мире. В Германии стартовал так называемый женский саммит большой двадцатки. Но на этот раз внимание куда больше привлекают не темы форума, а его гости. Вернее, одна из них – дочь президента США Иванка Трамп. Как ее приняли в Германии и почему ей пришлось отвечать за отца? С подробностями Татьяна Лагунова. Журналисты серьезных политических изданий и бульварных таблоидов на ушах. В Берлине Трамп. Не Дональд, но Иванка. Первая дочь Америки и ближайшая соратница президента США прилетела в Германию по личному приглашению Ангелы Меркель. На обычном рейсовом самолете, одетая не по погоде, в блузе без рукавов, серебристой плиссированной юбке и солнцезащитных очках, Иванка Трамп приземлилась в Берлине рано утром. Прямиком из аэропорта в самый дорогой отель немецкой столицы и дальше по делам. Дочь президента США прилетела на так называемый женский саммит большой двадцатки. Его созвала Ангела Меркель, чтобы обсудить роль женщин в мировой политике и экономике. Кроме Иванки Трамп, на форум пригласили главу МВФ Кристин Лагард, королеву Нидерландов Максиму, министра иностранных дел Канады Христю Фриланд и других влиятельных женщин из разных стран. Участие в дискуссии Иванке Трамп далось нелегко. Когда она начала хвалить отца, в зале зашикали. И первой дочери Америки пришлось защищать главу Белого дома, которого во время предвыборной кампании обвиняли в неуважительном отношении к женщинам. Я слышала критику в медиа, но у меня личный опыт. И тысячи женщин, которые десятилетиями работали с моим отцом и на моего отца, когда он был в бизнесе. Это доказательство того, что он верит в потенциал женщин и в то, что они могут так же хорошо работать, как и мужчины. Кроме участия в форуме, в программе Иванки Трамп посещение технической академии и памятника жертвам Холокоста. Отдельная встреча с Ангелой Меркель не была предусмотрена. Но канцлер и первая дочь Америки поговорили с глазу на глаз. И, скорее всего, не только о роли женщин в мировой политике. Многие СМИ сегодня, конечно же, задавались вопросом, почему на форум пригласили Иванку Трамп, а не первую леди Меланию, на который сами же и отвечали, дескать, Ангела Меркель, которая ищет подход к новому президенту США, решила сделать ставку на первую дочь Америки и вряд ли прогадала. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.